Идем в кино с Авторадио. Радиостанция, входящая в наш медиахолдинг, приглашает своих слушателей принять участие в интерактиве и разыгрывает билеты на предпремьерный показ фильма «Текст». Остросюжетная драма снята по бестселлеру Дмитрия Глуховского, который ранее прославился романом «Метро-2033». Главные роли в картине сыграли такие звезды российского кино, как Александр Петров, Кристина Асмус и Виктор Хаев. У слушателей Авторадио «Набережные Челны» есть шанс попасть на сеанс в синемапарке бесплатно. В прокат фильм выйдет с 24 октября, но слушатели Авторадио «Набережные Челны» могут увидеть его одними из первых. Достаточно дозвониться в прямой эфир, ответить на несложный вопрос, ну и получить приглашение на два лица на специальный показ фильма «Текст», который состоится в среду, 23 октября, в кинотеатре сети «Синемапарк». Условным сигналом начала розыгрыша на 101.5 FM служит фраза «Идем в кино с Авторадио». В этот момент достаточно первым дозвониться в эфир и поучаствовать в мини-викторине. Игры проходят по будням до спецпоказа 23 октября. Также пригласительные можно выиграть в группе «Авторадио. Набережные Челны» в соцсети ВКонтакте.